Дамы и господа, леди и джентльмены, перед вами затылок человека, сидящего спереди. А на сцене мы, люди, для которых английская классика – это чай Ахмат, а за Вальтер Скотта можно и втащить. Калининградский элементарный клуб. Сегодня цель нашего собрания – пройти в полуфинал первой лиги. И за победу будут бороться Эдуард. Тело Эдуарда почти на 80% состоит из человека, а на 20% из гниды. Эдуард – уникальная личность. Летом он – Эдуард, зимой – Эдик, а в лютый мороз просто – Эд. Мозг нашего клуба – Павел. Паша кашу ест, я отсутствую. Павел, расскажите всем, почему вы такой довольный? Недавно одна очень хитрая женщина превратила меня из глупого мальчишки в тупого мужика. Паша кашу ест, я отсутствую. Красота нашего клуба – Арина. Арина живет с богатым любовником и материально помогает своим родителям. Поэтому Арина – единственный в мире человек, чей папа живет за счет ее папика. Ариночка, спойте нам что-нибудь. Платье за 300 тысяч, свадебные понты, день королева ты, год потом ты без еды. Спасибо, спасибо, Ариночка. Арина, помнится, вы мне вчера в карты желание проиграли. Исполняйте. Кукареку! Так, Ариночка, тогда и мое желание исполняйте. У-ля-ля. То есть так можно было? Я тогда перезагадаю. Так, Эдуард, хватит! А ну-ка встаньте на место! Друзья, простите, это, видимо, близость Калининграда к Европе на нас так странно влияет. Действительно, больше в Польшу ни ногой. Павел, ну какая Польша? Вы курс евро видели? Европа опять встала в позу. Да знаем мы, в какую позу встала Европа перед Америкой. Так, Павел, это отвратительная шутка. Дмитрий, это отвратительная позиция. Так, Павел, закрыли тему. Спонсор нашего выступления – большие гамбургеры Барак Обама. Большие гамбургеры Барак Обама. Заткни пасть. Обама, Обама, мама. Друзья, мы продолжаем. Наш вокалист Дмитрий. У Дмитрия ангельский голос, ведь стоит спеть ему на октаву выше, и створки рая слегка приоткрываются. Осага, осага, осага. Народ без бабок, и никто не виноват. Засада, засада, засада. От страха в Росгострахе сжался аппарат. Браво, браво, Дмитрий, замечательно. Друзья, а это Даниил, метросексуал нашего клуба. Собирая Даниила в дорогу, мама тщательно проверяет чемодан, чтобы достать оттуда свою косметику и колготки. Господа, ну тут, наверное, нужно объяснить. Вот так незатейливо подвязавшись к теме игры, ребята ушли по-английски. А вы что стоите? А у нас номер. Дмитрий, объявите. Господа, последнее время государство оказывает очень много услуг населению. Представьте, государственное муниципальное учреждение по оказанию интим-услуг. Иванов, почему опоздали? Вам же на 12.00 назначено было. По пробке я. Давайте быстрее раздевайтесь, у меня через 10 минут обед. Вы госпошлину оплатили? Забыл. Забыл он, еще депутат называется. Иванов, ты вообще каким местом думаешь? Так, быстро в регистратуру к Наталье Михайловне, а потом в 403 ставите печать. Так, Мария, ну что вы такое показываете? Вообще-то тема игры – английская литература. Че? Да пошел ты, сэр. Наш клуб выражает свою благодарность на коленях и целуя ноги. Господа, по примеру байк-клуба «Ночные волки», в Калининграде тоже появилось общество людей, которые не мыслят свою жизнь без колес и запаха бензина. А еще после этого и на мотоциклах катаются. Встречаем прямо здесь и сейчас, на этой сцене, калининградский байк-клуб «Полуночные оводы». Да! Ну что, друзья, представьтесь. Дорожный мутант. Мазутное брюхо. Ржавая смазка. Эдик.
Простите, а почему Эдик? Чтобы вы не придумали, все не так ужасно, как Эдик. Понятно все с вами. Ну что, рассказывайте, как вы тут оказались? Очень быстро. По Тольятти мы вообще гнали с мигалками. Да! Просто у Эдика гемоглобин упал, мы за скорой ехали. Короче, мчимся мы по Самарской дороге, слушаем Таню Буланову и тут... Подождите, вот тут что-то не срастается. Откуда в Самаре дороги? Вот у Ночных Волков лидер хирург, а у вас кто? А у нас стоматолог питерский. Это почему? А ему как-то в драке в челюсть прилетело, у него теперь один мост разводной. Так, ну все понятно с вами, а где эти ваши байки? А, есть одна байка. Мы Эдика как-то в женском туалете заперли. Так, я вообще-то про мотоциклы. А, то есть ты про мотоциклы в курсе, да? Так, господа, ну прекращайте этот маскарад. Ну сколько можно в самом деле? Но совсем недавно в нашем городе объявили, что у нас пройдет музыкальный фестиваль клуба веселых и находчивых. Но мало кто знает, что музыкальный фестиваль Калининградского элементарного клуба проходит в нашем городе уже 10 лет. Аплодисментами встречаем участников. Кинокомпания «20 век Фокс». Так, Илья, хватит фильм смотреть. Мария, вы почему на сцену в спортивном костюме вышли? Я Леди Дага. Так, Мария, встаньте на место. Друзья, не подумайте ничего плохого. На самом деле мы, ну, очень музыкальны. Вот совсем недавно Эдуард на целых 4 часа застрял в губной гармошке. Ариночка, ну вы-то хоть выручайте, спойте нам что-нибудь. Музыкант до рассвета пел мне песенку эту, а я думала, мы переспим. Так, Арина, и вы туда же, друзья, заканчиваем. Ну что такое? Для вас общечеловеческие проблемы поднимали люди, которые их уронили.